Всем привет! В этом видео я вам расскажу про обратный клапан. Я их на Алиэкспрессе заказал. Стоят они совсем недорого. Вот так вот они выглядят. То есть для чего они нужны? В эту сторону пропускает, в эту сторону не пропускает. Через него можно гонять хоть воздух, хоть воду, чего угодно, лишь бы хватило давления, чтобы когда вы сюда нажимаете, смотрите. То есть здесь примерно теряется, может быть, 0,3-0,2 атмосферы. То есть какое-то усилие надо прилагать, чтобы клапан отодвинулся. А в обратную сторону, соответственно, он не будет отодвигаться. То есть там стоит пружинка, которая подтягивает все это дело и заклинивает. Вот. 5 вот этих вот клапанов мне обошлись, по-моему, рублей 100. Точно не помню. Я ссылку в описании дам на эти клапана, вы посмотрите, сколько стоит. Если есть желание, можете точно заказать. Смотрите, еще на пакетике было. Может быть, кому-то это будет интересная информация. Ладно, если видео было полезно, жмите палец вверх, оставляйте комментарии. Ладно, пока.